Ну вот мы и встретились. И в этот раз ты так легко не отделаешься. О, подходишь-ка. Так вот, в общем-то, Сержо, вот так это и произошло. Слушай, это что за хохол? Это что за хрень полнейшая? Мне не нравится. Это батону приготовил просто от души, от рая, от России. Ты что смеешь про него говорить? Батон, говно, пивас. Ты вообще пробовал пиво Суса? Вкусное, свежее, с оливками? Да, я пробовал, да. Хоть и вкусное, но ничто не сравнится с батону. Батон вообще плохой человек. Он мне вообще не нравится. Он ведет себя как мудак. Сам ты плохой. Пошел ты особенно нафиг. Особенно твоя птичка. Сам пошел. Вы че? А ну пошли нахер, алкаши сраные. А, че? А, че? Кто там? Это КГБ. Проходите за мной. Что допрыгал в тюрьме. Ну ладно. Он сидит здесь. На 20 лет. Ладно. Нужно разрабатывать план подбега. А вот теперь я не могу включить песню, потому что авторские права. Поэтому я сделаю шедевральный ковер. Блин, наконец-то этого сумасшедшего посадили в тюрьму. А, нет, батону. Ну и гнида. Это из-за тебя сыдыль, в общем-то, под часов. Последние слова. Вижу, арестом ты не отделаешься. А чё, КГБшник? Я ещё... Товарищ, вы живы? Я сейчас... Я уже вызвал скорую. Но у меня плохая новость. Батону задимился с водкой. Эй, слышь, у батон... бухло, ты о чем вообще мне базаришь? Я не понял, ты вообще базарить умеешь? Я не понял. Ну-ка, Серж, начни говорить или наказание. Говорить или наказание. А так как это неудачный дубль, я подойду к тебе со спины и сделаю вот так вот. Вот так вот. Ты понял меня? Не случайно. Вы должны... Неудачный дубль! Серж, ты должен надеть на меня наручники. Не убивать, а надеть наручники. Понятно? Собитый жарю, иди давай за мной. Серж, товарищ, бегите! Серж, ответ. Кому говорю, идите за мной. Подождите, типа, батон...
Серж должен здесь стоять. Неудачный дубль. Серж должен здесь стоять. Нет, он не должен. Товарищ, неудачный дубль произошел. Ай, блин, наконец-то. Вы издеваетесь надо мной, да? Вам хорошо здесь бояться? Такого черта я снова умер. Последние слова. Черт, я умираю. Пусть мои последние слова будут. Эй, ты! А? Лучше тебе бежать. Сука, не по сценарию! Не по сценарию! А как? Ну вот мы и встретились. И в этот раз ты так легко не отделаешься. Дыхание дракона.